Человек не может отказаться от автомобилей, но может производить более чистое топливо. И мы это уже делаем, потому что быть национальной компанией значит заботиться об экологии не на словах, а на деле. «Лукойл» первым в России полностью перешел на выпуск бензина и дизельного топлива высшего экологического стандарта Евро-5, что позволяет в 15 раз снизить вредные выбросы в атмосферу. Сегодня экологичным топливом «Лукойл» заправлен каждый пятый автомобиль в России. И это только начало. «Лукойл» — наша страна, наша ответственность.